В Петербурге у Казанского собора полиция задержала одиночного пикетчика Дмитрия Кузьмина. До задержания на него напал путинский зомби и порвал плакат. Полицию, люди, вы давайте полицию! Так тебя повяжут. А? Так его повяжут. Так его повяжут. Люди, вызывайте полицию. Этот человек во время демонстрации нарушает мои права. Нет войне! Нет войне! Нет Путину! Нет войне! Бля, себя уебать снова, а? Нет войне! Нет Путину! Сука, я его дёрну. Нет войне! Нет войне! Я снимаю. Он подошел, меня ударил. Где ты ударил? Отобрал, я у него порвал. Я не сомневаюсь. Я настоящий. Дебил! Я настоящий! Дебил! Это вы такие! Дебил! Я не знаю, все люди прекрасные, такие дебилы.